Добрый день, мои дорогие друзья, и снова с вами на канале Лариса. Давно мы с вами не встречались, все, не было времени, все, работа, работа, работа. После того, как устаешь, ничего не хочется делать. Вот сейчас мы проходим мимо касс, там, где вот смотрели, да, ребята сами сканируют, сами расплачиваются, и на выходе уже охранник проверяет. Сейчас очень много пустующих касс, видите, очередь стоит, ну, это рабочий день, будни, скажем так, да, народу не так много, но на выходные народу очень много. И я бы тоже так же встала в очередь, где именно кассиры стоят, потому что не хочется, чтобы люди теряли рабочие места. Это, думаю, во всех странах уже так, да, самим легче, но мы видим, что рабочие места теряются у людей. За нас начинают работать машины. Сейчас июль месяц, очень большие скидки, как на косметику, так и на одежду, также и на продукты. Мы подходим к краскам. Очень люблю здесь покупать краски. L'Oréal покупаю. Жемчуг такой, тон не помню. В общем, жемчуг покупаю. Сейчас они со скидкой. 379 рублей. На этот раз я другую косметику брала, не буду называть. Розовый оттенок тоже жемчужный. Но я брала на мини-рынке. Ну, довольно. Покрасилась очень хорошо. Краска села отлично. Красила сама волосы. Я уже повторяю, что я научилась уже красить самой себе. Ну, и могу также покрасить и сестре, и подругам, если кто-то попросит. Потому что, сами знаете, в парикмахерских сейчас дорого. И у всех разные кошельки. Кошельки не будем считать, у кого сколько денег в кармане. Поэтому у всех разный кошелек. Подошли мы к детской одежде. Также детские игрушки здесь. Детские игрушки, погремушки. Игрушки детские от нулевого возраста и выше. Также здесь есть кружочки такие, которые детки очень любят погрызть, у кого зубиков нету. Детки конфетки, как я их называю. Также есть для песочницы игрушки разные, жирафики, свечки на день рождения. Также есть здесь ванночки для купания деток. Опять-таки разного размера и разных расцветок. По Ашану я люблю гулять, но когда заходит выбор куда-то идти в определенный магазин, я не могу, я очень устаю по магазинам ходить, потому что, наверное, утомляет, когда народу очень много. Обратите внимание, какая детская красивая, веселая такая одежда, яркая. Есть горошком, есть желтый, яркий, трикотажный, вязаный, с разными рисунками, горловина такая аккуратненькая. Круглые сарафанчики, джинсы разные, шортики, деним тоже, вот сарафанчик такой классный, красивый. Люблю джинсовые сарафаны, веселенькие хлопковые платьица, блузочки разные. Также есть платочки, панамки, как для девочек, так и для мальчиков. Здесь вот очень много. В определенных, если детской одежде магазин пройти, посмотреть, то там намного дороже. Потому что я помню, когда смотрели, подруга у меня смотрела своему племяннику, это очень дорого. Но здесь они по более демократичным ценам. Помню, покупала вот такие бежевые шортики своему крестнику, и он не носил. Мама говорила ему, одевай, папа одевает, любит шорты, ты мальчик, ты должен носить джинсы, брюки и шортики. А он говорил, что шортики только носят девочки, но он уже теперь повзрослел, первый-второй класс ходит, поэтому шортики он любит, носит. В этом году видела. И также детки очень любят вот эти джемпера, рубашки, кофточки всякие с рисунками, то есть с наклейками вот этими, динозавры, крокодилы разные, футболки тоже яркие, веселые, на вешалках висят с разными надписями, видите, какие красивые акулы тоже есть, но это больше предпочтение для мальчиков, конечно. И также мне нравятся белоснежные футболки, как для девочек, так и для мальчиков, видите, разные
рисунки на груди нарисованные, мешотка и разные акулы и всякие зайчики, фукси, вот цветовая гамма тоже яркие. Вот эти тоже очень нравятся, рубашки деним для мальчика с маленьким воротником такие. Они такие сразу деловые становятся, когда одевают вот эти взрослые, как взрослые рубашки. Счастливые мальчишки, сарафанчики такие яркие, веселые для девочек. Девчулек, красотулек. Также детское питание здесь стоит на проходе. Ну, иногда бывает, что детки устают и хотят и попить, и поесть, то пюрешки. Вот, пожалуйста, можете смело брать. Кто-то там раньше не разрешали, но сейчас где-то кормят прям в Ашане. Берут вот это питание и кладут к себе в корзину. И потом на входе и выходе расплачиваются. Вот футболочки такие беленькие, летние. Сарафанчики. Размеры от мала до велика. Как и от нулевого возраста можно брать с рождения, так и для взрослых. Тоже так же, как мальчиковые, так и для мужчин и женщин одежды есть. Но я уже в женскую, мужскую одежду не стала заходить, просто решила вам детскую одежду показать. Также здесь обувь, как мужская, так и женская. Также продают сандали, шлепки, сланцы. Есть кожаные, есть искусственная кожа. Есть также, пожалуйста, спортивная обувь, кеды, полукеды. Можно и спортом заняться, и сарафаном одеть, и под платье, и под шорты. Также есть вот, пожалуйста, такие галошки, да, как их называли-то, забыла. Только вспоминала. Ну, ладненько, кто вспомнит, хорошо. Очень много скидок. И вот сандалики, пожалуйста, тоже с ортопедическими стельками. Платформа толстая, хорошая, как раз для деток. Фуксия. Ну, опять повторяюсь, кроссовки, кеды можно летом подо все одеть, носить со всеми. Также очень много разовой обуви. Пожалуйста, гости пришли. Шлепки копеечные. Гости пришли, дали им. Потом можно выкинуть. Также есть вот нарядные здесь шлепки на танкетке. Очень удобные. У кого плоскостопие, рекомендую. Хотя я не врач, потому что у меня от долгой работы на ногах развилось плоскостопие. Также у кого есть плоскостопие или продольное, или поперечное, одевайте обязательно на танкетке. Каблучок небольшой должен быть, то есть небольшой, маленький каблучок должен быть. 4-5 сантиметров, как мне рекомендовал врач. Кроксы вспомнила. Вот они, кроксы. Детки на улице плачут. Без этого у нас никак здесь все-таки. И сапоги, пожалуйста, яркие, веселые, высокие. Есть короткие сапожки. Есть с утеплителем, есть без утеплителя. С утеплителем, что хорошо и для деток, и для взрослых. Можно снять, можно подсушить. И потом также вот резиновые сапожки детские, видите, да? Очень удобно. Детки еще совсем маленькие, сами не могут одевать. За бока взяли, за бочка и одели сапожки. Видите, сапожок снимается. И также можно его подсушить, очень удобные. Невысокие они, как под джинсы, под любую курточку можно одеть. Галошики такие, вот эти галошики, или полусапожки, скажем, да, 649-650 рублей стоят. Можно и зимой носить. Москва, Подмосковье, потому что не так сильно холодно, сырость всегда, слякоть, поэтому очень удобные. Если в регионах морозы конкретные стоят, то здесь слякотную погоду, вот как раз вот такие сапоги. Очень интересные сапожки. Ну и также вот ортопедические стельки есть разные. Я здесь за, по-моему, 670 или 650 покупаю вот такие ортопедические стельки. Допустим, в дорогих магазинах такие стельки, они дорогие, более 1000 рублей стоят. А здесь я покупаю за 650 рублей. Я уже не раз покупала. Понятно, они быстро изнашиваются, но зато что хорошо, кожаные, впитывает влагу, также можно помыть, подсушить, можно под кроссовки, в кроссовки положить, ну и также в туфли. На работе я, допустим, зимой, осенью, весной ходила в кроссовках белых,
Но сейчас летом я одевала туфельки. Легкие такие, Терри Роботан, итальянская обувь. Очень довольна, счастлива, что я их, когда работала в рандеву, купила. И также обратить внимание, порошки, кондиционеры разные с хорошими скидками, как большие флаконы, так и маленькие флаконы. Ребята, дорогие друзья, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите у себя меня в гости, я обязательно к вам загляну. Не теряйте меня. Всем всего доброго, здоровья, счастья, благополучия в наше время. Самое главное, не болейте. Всех пока. Целую и обнимаю. До новых встреч!